А вы знаете, как ухаживать за волосами при помощи серии для волос Элео? Нет? Тогда показываем. У меня окрашенные волосы, и поэтому я выбрала защитное масло для волос. Хочу вам показать, как его правильно использовать. Достаточно одного нажатия дозатора, даже половинки хватит. Разогреваем средство в ладошке некоторое время, затем переносим на пальчики. И уже с пальцев легкими движениями руки наносим средство на кончики волос, распределяя приблизительно до середины длины уникальные компоненты масла, органы, розы, экстракт корней репейника, витамин F. Делает это средство не просто идеальным для ухода за поврежденными окрашенными волосами, но даже оказывает лечебное действие. Спасибо за внимание!